дамы и господа, я, главный церемонимейстер сегодняшнего торжества, счастлив приветствовать вас на балу маскараде в честь открытия сотого юбилейного театрального сезона в Краснодарском академическом театре драмы имени Горького. Дамы и господа, сегодня мы в сотый раз открываем свои двери для вас, наши любимые зрители. В сотый раз мы открываем свою душу и посвящаем вас в тайну этого удивительного и завораживающего искусства, имя которому театр. Маскараде? Но я не занят, поэтому очень много увидите, нового, совершенно новое решение, прекрасный костюм, прекрасные декорации, хорошо играют артисты, и что? И такой материал, Михаил Юрьевич. Большое вам очень благодарен. Спасибо. Академического театра драмы имени Горького. Академического театра драмы имени Горького заслуженному работнику культуры Кубани Ирине Николаевне Репиной. Ирина Николаевна, чувствую микрофон. Дорогие друзья, с премьеры вас здравия. Лизочка летит, поздравляю с огромной работой, с таким великолепным спектаклем. Всем вам. Сегодня вы заполнили этот наш уютный зал. И я надеюсь, что наш сотый театральный юбилейный сезон будет таким же полным благодарных зрителей, потому что мы работаем искренне, честно, отдаем всех себя на благо великого искусства театра. Слово предоставляется главному режиссеру Краснодарского академического театра драмы имени Горького и режиссеру-постановщику спектакля «Маскарад» Константину Николаевичу Демидову. Спасибо.
Я согласен с этой идеей о том, что это очень круто, что именно вы сегодня с нами. Я думаю, что это исторический момент, мы с вами все запомним. И, честно говоря, мне трудно даже подбирать слова, потому что для меня это очень важный момент. Сотый сезон, открытие сотого сезона таким сложным материалом, как «Маскарад». И я прошу вас еще раз поаплодировать артистам и всей команде, которая создавала этот спектакль. Всем техам, монтировщикам, костюжерам, гримерам. Это великолепно, я считаю, да, работа проведена. И дело даже не во мне, а в том, что работала команда. Спасибо вам большое, спасибо вам, дорогие. С премьерой, с началом сотого сезона. Ура! Дамы и господа, сотый юбилейный сезон Краснодарского академического театра драмы имени Горького объявляется открытым! Мы ждем вас на спектаклях нашего театра!